Всем привет, у нас воскресенье, и мы идем на выставку Motobike 2017. Да, погода, правда, не очень, потому что холодно. Да, вот это мой дизайн мотоцикла. Вот это мне такой больше всего нравится. Не спортивный, а именно вот такой. Ну все, садись, поехали.
Все, дом мечта прям. Там, я так понимаю, спать можно. Все, дом мечта вот такой покупаем и едем путешествовать, да? Да. По всему миру будем путешествовать. Здесь есть кухня, здесь есть там, наверное, холодильник. Нет, нет, там шкаф. Шкафчики разные. Холодильник, наверное, где-то здесь. Было бы логично сюда поместить. Но это... Да. Здесь все, кстати, на таких защелках, оно все закрывается. Я так понимаю, оно в дороге вообще не тарабанит и не выпадает. Функциональненько. А ну-ка. О, у нас здесь мини-туалет. Ванна, туалет? Душ. Да. Круто. Все, здесь даже душ есть, ребята. Все, это мечта. Это мечта. А тут у нас, тут у нас еще одно спальное место. Да, спальное место. Прикольненько. Так, здесь даже какое-то, понимаю, кондиционирование. Здесь можно будет залезть в багажничек. Опа. Вот так вот. Есть генераторы разные, так понимаю, водичка есть, все. Вези меня, вези. Опа. Опа. Ну что? Поехали. Простой такой микроавтобусик. Посмотри на меня. Да. Простой такой, ну как сказать, простой микроавтобусик. Интересный микроавтобус для путешествий, самое оно. Есть все. Душ даже есть, туалет есть где поспать, и есть где поесть. Так что мечта автолюбителя-путешественника. Ты как думаешь? Да, это очень круто, потому что... Супер, вот такую машину покупайте и галопом по Европам. Ребята, кстати, мы там холодильник не нашли, он в начале машины, вот. Да, вот это холодильник. Вот это холодильничек, да. И он тоже очень плотно закрывается. Да. А, там отдельно вот такой рычажок открывается. Опа. Кстати, если у вас нет денег на дом на колесах, мы нашли тут пару бюджетных вариантов. Там у них есть кухня, сейчас мы покажем сзади. Вот. Опа. Бюджетненько так, ну со вкусом. Все равно телевизор есть, монитовка есть, можно отдохнуть, поспать. Сейчас еще кухоньку покажем, да? Где показывать. Вот. Вот это плиточка. Здесь умывальничек. Что там по центру? А по центру? По центру холодильник у нас. Холодильничек, автомобильный, да. Холодильник. Ну и куча разных. Куча разных. Это такой поменьше, а там дальше есть побольше. Открывается сложно, потому что все-таки в пути. Что в дороге нет палки. Очень-очень-очень. И заглянем в середину, что здесь есть у нас. Ну, тут, конечно, места намного больше, чем в предыдущем. Можно даже не вдвоем ездить с детьми и с кошкой. Я еще заметил, что вот там вот есть окошки. Не знаю, правда, ну, в пути вряд ли здесь кто-то останется. Но если где-то поставить трейлер, то ночью будет интересно смотреть. И хочу заметить, что очень-очень пахнет деревом. Это, да, ну, деревом и лаком. Непередаваемый аромат просто. Даже вентиляция обустроена вот здесь, в крыше. Можно включать вентиляцию. Стильный вариант все-таки. И шторки красивые. Так, куда мы дошли с тобой уже? В отдел велосипедов. Вот. Здесь представлено много велосипедов разных. Даже на самых маленьких, понимаете? Да. И у нас есть человек, который очень хочет велосипед. Да, это я. Да. Надеюсь, если мы начнем путешествовать, то кроме автомобиля у нас будет и крепление для велосипедов, и по велосипедам. И если куда-то приехать, хорошо поставить автомобиль и по городу там покататься на велосипеде. Можно посмотреть больше и не заморачиваться, где там поставить автомобиль.
вариант для села, очень фигово. Он перевернется. Да, кстати, он может перевернуться, потому что он... Смотрите, как он трясется. Он трехколесный. Вот есть такой вот закрытый корпус. Здесь даже дверь есть. Все, вот смотрите. Вот. Там даже коробка передач ручная, и все. Ну, он типа мотоцикл. Вот. Сейчас покажу. Вот. А есть такой с без дверей просто. Ну и они сделаны типа под перевозку грузов с открытым тентом, с закрытым. В общем, походили по выставке, посмотрели, нам понравилось. Да, немного устали. Как и говорили, людей уже много. Сейчас почти 2 часа дня. До конца выставки еще несколько часов, но людей много. Чему-то подойти, что-то сфотографировать уже почти нереально, только так подойти, посмотреть. Так что приходите пораньше, а мы пошли дальше. Пошли дальше.